Просто рад, что они очень тебя любят. Поэтому удачи от меня и от всех зрителей. Отличного проката. Очень красиво, спасибо, Сара. Я не постеснялся, я спросил у специалистов, а в чем, собственно, изюминка, почему Сара Майер стала золотой медалисткой чемпионата Европы 2011 года. И мне объяснили, что частота скольжения и частота смены